Эксперты вновь заговорили об опасности тефлона. Последние исследования показали, антипригарное покрытие – это бомба замедленного действия. Приготовление пищи в такой посуде смертельно для человека. Екатерина Иванова сейчас все подробно объяснит. Макарошки любишь? На плите старый проверенный чугун. С рождением ребенка Елена Чегвинцева провела на кухне ревизию. Любимая сковорода с антипригарным покрытием тут же отправилась на свалку. Тефлон – это пленка, которая при нагревании выделяет вот эти вот вещества. И при попадании в организм велика вероятность того, что они вызовут онкологические заболевания. Страдают в первую очередь печень, поджелудочная железа и репродуктивная система. Ультрагладкое покрытие содержит перфтероктановую кислоту. В больших количествах это вещество смертельно опасно, предупреждает агентство по охране окружающей среды в Вашингтоне.